О, река Ковда. Я ее прошел второй раз. Делячипу удержите? Да на пикер, да потом назад. О! Вот так проходят морские пороги. Пугайтесь, ваш монитор полностью исправен. Просто это беломорский туман. Для начала берем моллюск и отделяем его. Походный дождевой водопровод в действии. Еще одна игрушка Белого моря. Поиграла, поиграла и бросила. 6 часов вечера. Я ищу стоянку. Да, вот тут вот можно присесть на скамеечку. Вот такое селфи с порогом. Я живу в этой избе. Дьяды, вал идет. Сколько будет продолжаться шторм, неизвестно. Ба, что я вижу? Полярная малина. Потому что идет что-то очень такое. Ого-го. Сначала у меня щука, наверное, килограмм на полтора ушла вместе с блесной. А просто летний дождь пошел. Вот даже голос отсырел, сиплый стал. То есть прямо сейчас переходите по этой ссылке и подписывайтесь на новый канал «Приключения на байдарках».